У вас есть опыт работы над такими масштабными сериалами? Это интересно или это делается ради не самовыражения, а, ну, я не знаю, ради заработка? Или это мне вам повезло. Интересно? Как, а? Мне повезло, что что у меня есть выбор, и я, ну, как бы останавливаюсь на то, что мне интересно. Mm-hmm. То есть, это не, ну, не ради заработка, хотя сейчас, конечно, зарабатываешь не в кино, а на телевидении. Mm-hmm. Но там «Конвой PQ-17», открываешь сценарий, читаешь, немецкий линкор «Тирпиц» шел по Баренцеву морю, mm-hmm. ты сразу же соглашаешься, мне это интересно. Mm-hmm. Ну, или отказаться от Печорина – это безумие. Mm-hmm. Хотя я считаю, что сейчас бы я сделал немножко по-другому, потому что, ну, рановато, конечно. Но режиссер не имеет права отказываться от героя нашего времени. Ну да. Что еще? Там «Обратная сторона Луны», «Охотники за бриллиантами». «Охотники за бриллиантами» – замечательные артисты. Путешествуешь Одесса, Ереван. Ну, там просто ради этих приключений стоит соглашаться. Mm-hmm. Нет. Тупо ради заработка я не соглашаюсь. У меня Понятно. Достаточно предложений. Я смотрю, главное, чтобы съемки были не в Москве, чтобы это было интересно. Угу. И чтобы то, что я никогда еще не делал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».